Новый храм святых 12 апостолов в микрорайоне Солнечный сегодня обзавелся колоколами. На звонницу возвели 5 колоколов, которые раньше находились в Мурском Успенском монастыре. Они отлиты в Воронеже, самый тяжелый весит 150 килограммов. Отмечу, новый храм возводили больше 10 лет. Строительство началось еще в 2003 году, но через год финансирование прекратилось. Работы возобновили только в 2014, когда долгострой посетил губернатор края Виктор Толоконский. Тогда решили вопрос по оплате и доставке куполов для храма и начали отделочные работы. Сейчас еще предстоит благоустроить прихрамовую территорию. Несмотря на то, что храм находится на территории закрытого пансионата, вход для прихожан будет свободным. Колокола эти были в Мурском монастыре в Успенском. Теперь их место будет здесь, на храме 12 апостолов. Вот, даст Бог, будут они освещать Божьей благодатью местные просторы. Колокол церковный отливается, это такой сплав меди и олова. Называется сплав этот колокольная бронза. Вот, это примерно 80% меди, 20% олова.